герой Советского Союза Анилова Нина Андреевна, участник героической обороны Севастополя в 1941-1942 годах, командир пулеметного расчета 54-го стрелкового полка 25-й Чапаевской дивизии Приморской армии Крымского фронта. В 1941 году в боях под Одессой вместе со своим расчетом нанесла противнику значительные потери, была тяжело ранена, но после лечения вернулась в свою дивизию. За оборону Одессы пулеметчица Анилова была награждена орденом Красного Знамени. В 1942 году участвовала в обороне Севастополя, в ходе которой 27 февраля уничтожила две пулеметные точки противника, а 1 марта в одиночку отбивала атаки врага. В бою была тяжело ранена, умерла в ночь на 8 марта 1942 года. Друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые сюжеты о подвигах героев.